Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовала профильная смена WorldSkills Russia Juniors. Она собрала более 200 ребят из 40 регионов страны. С открытием проекта ребят приехали поздравить руководители Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия», а также представители Роскосмоса, Центра дополнительного образования «26-й кадр», Московского государственного образовательного комплекса, холдинга «Вертолеты России» и других организаций. Гости «Орленка» пообщались с участниками проекта и ответили на вопросы и рассказали о смене и союзе WorldSkills. Юниоры спрашивали о самой популярной компетенции на чемпионате, о том, по каким критериям создаются задания, зачем нужен скиллс-паспорт и как его можно применить, а также о том, почему важно уже сейчас выбирать профессию и развиваться в определенной сфере. В течение 3 недель ребята пройдут обучение по 10 компетенциям. Педагогами проекта выступят международные сертифицированные эксперты и победители чемпионатов WorldSkills Russia. Технологические отряды – это платформа для создания в стране системы подготовки национальной технологической элиты. То есть это тема конкурентного преимущества России на глобальном экономическом рынке. Поскольку конкурировать по количеству мы не можем, мы должны конкурировать по качеству, по составу технологий, по передовым технологиям, ну, собственно, быть в этом вопросе лидерами.